У детей городского поселения Горки-Ленинский праздник. Здесь торжественно открылась вторая очередь детского сада номер 11 «Росинка», строительство которой продолжалось около 3 лет. Появление нового корпуса стало возможным благодаря выделенным средствам от присоединения части территории Ленинского района к Москве. Светлый, просторный, этот детский сад местные жители ждали с нетерпением. Он позволил ликвидировать существующую в поселении очередь на предоставление мест в дошкольные учреждения. Горки Ленинские у нас разрастаются, мы прирастаем новыми микрорайонами и, соответственно, приобретают жилье молодые семьи с детишками. И, конечно, это очень важно и сложно возить детей, например, в детские сады города Видное. Поэтому, когда вот на месте детский сад, это очень удобно. На площади почти 5000 квадратных метров расположились 4 группы, 2 из них ясельные для детей от 2 до 3 лет. Все они оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. В старших группах висят интерактивные доски. Также в детском саду находятся музыкальные и спортивные залы, пищеблок с современным оборудованием, большой медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Все это позволит детям расти в комфортной обстановке и получать должный уход и необходимые знания. Здесь ремонт хороший, все качественное, все прошли сертификацию, мебель прошла сертификацию и соответствует стандартам по ВГОСам, и все это соответствует деткам нашего возраста. Это учреждение комфортное 100%, потому что здесь все есть. На благо ребятишек будут трудиться около 20 человек. Столько же, кстати, в каждой группе предусмотрено и детей. Уже в понедельник ребята смогут пойти в новый детский сад.